Число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению превышает 100 тысяч. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд. Азербайджан со всей ответственностью признает территориальную целостность Армении, заявил Алиев. Давиду Бабаяну и Левону Манацаканяну предъявили обвинение в Азербайджане. Бабаян был задержан на 4 месяца. Геополитические изменения в регионе являются красной линией для Ирана, заявил Вилаяти. Правительство Азербайджана и ООН договорились об отправке миссии в Нагорный Карабах, заявил Джужарик. «Мы привержены осуществлению международной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе», заявила Бербак. Автопарк наблюдательной миссии Евросоюза в Армении пополнился 11 новыми автомобилями. Правительство США должно действовать в ответ на агрессию Азербайджана в регионе, заявил сенатор Рид. Великобритания выделит 1 миллион фунтов стерлингов на поддержку насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.